Год экологии на повестке дня пресс-конференции руководства Департамента природных ресурсов региона. В профильном ведомстве разработан целый перечень мероприятий и акций по сохранению окружающей среды. На все выделено 20 миллионов рублей. Планируется в этом году открытие завода по переработке ртутьсодержащих отходов, открытие нескольких мусоросортировочных станций, мусороперерабатывающих станций. Совместно с общественными организациями будут проводиться множество акций по сбору вторичного сырья. Будет продолжена работа по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 7,7 миллиона рублей пойдет на расчистку реки Вязьма в Тейковском муниципальном районе. Более 3 миллионов рублей в этом году будет затрачено на приведение юридической составляющей особо охраняемых природных территорий, то есть установление границ ООПТ, разработки паспортов. Кроме того, в этом году будет проводить еще мониторинг водных объектов. Активно идет работа над созданием реестра предприятий, выбросы от которых вредят окружающей среде. Списка 2 – региональный и федеральный. В первом сейчас 1070 компаний. Все они будут платить государству средства, компенсирующие ущерб, причиненный окружающей среде. Тариф установлен в зависимости от класса опасности предприятия. Предприятия, у которых есть такие объекты, они в течение 6 месяцев ввода в эксплуатацию таких объектов должны поставить их на учет. То есть это уже не авральная работа по постановке на учет, она сейчас будет в текущем режиме проходить. Те предприятия, которые данные в профильное ведомство в срок не предоставят, будут наказаны рублем. Ивановская полимерная компания, с которой борется за свое экологическое спокойствие жители местечка Балино, в реестре зарегистрирована. Но у департамента к производству полиэтиленовой пленки другие вопросы. Сейчас в работе у нас 4 возбужденных административных расследований. То есть дела возбуждены в отношении полимерной компании, проводятся плановые вот эти проверки с выездом, замером атмосферного воздуха с лабораторией. Жалобы в Департамент природных ресурсов поступают как от жителей Балино, так и от сотрудников полимерной компании. Последние жалуются, что их душат проверками надзорные ведомства. Работники предприятий переживают, что они останутся без работы. С их стороны тоже идут жалобы на вот такое слишком активное действие со стороны контрольных органов на предприятии. Ньюсмейкеры отметили, что сейчас одно из административных дел рассматривает вопрос о приостановке на определенный период деятельности предприятия. Напомним, в январе производство уже приостанавливали сроком на 30 дней, так как в пробах воздуха был обнаружен незаявленный в документации формальдегид. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.